Подвиг великомученицы Екатерины Александрийской через века укрепляет нас в непоколебимости веры. В честь этой святой названы многие храмы и часовни. В день святой Екатерины престольный праздник отметил храм в Царском селе. Екатерининский собор в Пушкине – воссозданный после разрушения православный храм в центре города. В конце XIX века его возвели по указанию Николая I. В этом году собор отметил 180 лет со дня освящения престола. К сожалению, те стены сохранить не удалось. Собор был взорван в 1939 году. Теперь мы видим воссозданную копию первоначального проекта. Святого апостола Павла чтение. Братия, возмогайте о Господе и в державе крепости Его облицитеся во всеоружие Божие, яко возмощи вам стати противу козням дьявольским, яко несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, духовом злобы поднебесным, сего ради примите вся оружие Божие. Литургическая жизнь в Екатерининском соборе возобновилась 11 лет назад, в 2009 году, тоже в день памяти великомученицы Екатерины. Престольный праздник в этом году посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По окончании богослужения он обратился к прихожанам с архипастырским словом. «Царство Божие внутри вас есть. Царство мое, это любовь моя, распятая за вас на кресте. Вот что такое Царство Божие. И вот мы даже с вами, взирая на Христа, который нас так полюбил, что пришел на землю, пострадал за каждого из нас, распялся на кресте, искупил наши грехи. И вот нам нужно это же самое сделать в ответ Богу. Распять свои страсти, распять свои грехи, свою привязанность к земле, чтобы наша душа мысленно, постоянно думала, переживала о том, что бытие со Христом. Вот этот путь показала нам святая Екатерина. Несмотря на все, свои знания, свои ученые, свою красоту, она предпочла быть со Христом. И правильно, что она сделала этот выбор. Владыка напомнил, что великомученица Екатерина происходила из знатного рода. Красота, образованность и прочие достоинства не лишили ее критического отношения к себе. Напротив, привели к Царствию Небесному.